участники совещания, то учитывая, что объемы большие, порядка 74 миллиона как благоустройство, улица Кирова, и то в том числе уже работы идут, да? И, соответственно, ремонт дороги, подчеркиваю, не капитальный ремонт, а ремонт дороги, но также сумма 74 миллиона, правильно? Поэтому очень важно сейчас сначала доложит генеральный подрядчик по сфера о том, что значит, как проводится работа. Мы сначала посмотрим в рамках представленных проектов, да, на каком этапе необходимо рассказать, какие проблемы есть, как идет ремонт. Затем мы уже ГСУ послушаем в рамках тех работ, которые планируются поэтапно выполнить. Очень важно для нас, обращаясь к Сергею Михайловичу Мачехину и Олегу Викторовичу Корзику, о том, что организовать состыковку выполнения этих работ комплексно. То есть, чтобы не получилось так, дорожники какие-то вопросы не доделали и потом говорили на благоустройство, соответственно, той компании, которая будет само благоустройство делать, стыки, выход на проезды, на пешеходные дорожки. Это у нас все должно быть в монолите. Ну, я так понимаю, есть границы проводимых работ. И тоже вот эти переходящие, допустим, дорожки